здесь торчит? Ну и гробница демон. Расслабься. У нас приказ никого не впускать и не выпускать. Они убьют каждого, кто сюда зайдет. Ты что, морячков наслушался? Помогите мне! Продолжай искать девчонку. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова, но уж придется постараться. С Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я... Гробница должна быть где-то внизу. Лифт застрял.
Я на верном пути. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. Нужно убрать еще три, тогда лифт спустится. Нужно убрать остальные стопоры. Два есть, и еще два.
Нужно убрать остальные стопоры. С места. Думаю, этого хватит. Я на месте. Эти фигуры, воины, они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Какой красивый. И все еще острый.
подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица хоть и знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Она в гробнице. Черт! Пора выбираться отсюда. Сейчас никак. Лара! Черт, где ты? Ой, что случилось? На нас напали! Помоги! Господи, нет! Я должна туда вернуться.
отец Матиас не желает, чтобы кто-то ошивался. Они на пирсе! Дерьмо! Нужна помощь! Черт, огонь! Огонь! Вот. Спасибо. Серьезно, я думала, мне конец. Их нигде нет. Что случилось? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Он увел ее к Матиусу. А мы не верили. Черт. Я тебе не верила. Что будем делать? У нас есть катер. Пойдем за помощью. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой здесь были ученые. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте. Что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо, самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс, я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Очень прошу тебя, ни о чем не спрашивай. Просто доверься мне. Ладно. Спустим его на воду.